Привет, мои юные друзья. Сегодня у меня первый опыт съемки с хромакеем. В общем, здесь мое место, на котором я буду сидеть, когда меня будет снимать камера вот так. Камера стоит вон там, на кровати она, наушники. Она соединена с ноутбуком. Видоискатель реального времени. Значит, тут подключена лампа, которая светит вот сюда, на фон. Там сзади тоже лампа, которая светит на контур вокруг моего тела, чтобы он был более четкий. Здесь тоже лампа. В общем, тут всякие провода. Он потух. В общем, аккордеон готов, и сейчас я буду что-то снимать. Только единственное, что мне нужно сделать, это как-то пригладить бороду, потому что она не отображается в хромакее хорошо.